Задний фон игры не слышно, врага? Понятно. Нет. Так, сейчас убьем скелета, бафайте заново рейд. Пишите в РК, на какой спек вы ролите, куда получаете ЕП. Фотон, ты тут? Пушите рыбу. МТ Гелд. ОТ Анакриэль. Но полна гилда. Поставьте шкаф. Так, на этом боссе немного тактика поменялась. До вихря просто стоим в звезде, бьем босса, когда появляется, точнее, босска стоит вихрь. Два танка. Один влево уходит, второй вправо. Весь остальной рейд стоит просто в звездочке. Бьет на расстоянии босса. Милики, просто стойте в звезде и бейте шипы. Кто-то на осколки врывается. Давайте опять фул рыба в порыбу. По пристам каску, крест и лапу. Интеллект еще. Маги стол поставьте. Так, последний чек. Графит, ты тут? Фотон. Да. Так, все готовы. Пошел макрос на пол. Стоим в звезде, бьем босса. Выходим, слушай, когда это надо. Давайте рост. Давайте сейчас в шипы сыграем. Шипы играйте. Давайте шипы. Порики в шипы, ретрики. Так, вихрь сейчас будет, рейд стоим в звезде. Или возле звезды танки. Танки, разбегайтесь. Весь остальной рейд возле звезды стоим. Второй танк не отбежал, короче, на Анакриэль. Ты тут? Поднять шамана. Разбивайте шипы. Да, поднимай шамана. Эмбрэнс, давай гимн отхил. Давайте опять шипы. Менелдер, давай гимн отхил. Играйте в шипы. Становитесь под фрейм опять. Бейте шипы. Давайте в шипы. Ушами манами.
Ничего страшного. Беги, малышка, беги! Убивайте босса, только не стойте в лужах. Помогайте поднимать людей. Кто первый по осколкам? В яме спекнись, пока в БДК потанчи трэш. Помоги потанчи трэш. Так, наручи на танка, на мейн. На офф. Пояс на мейн. ГП. Посмотрите на свои руки. Да. Задумайтесь над нелепостью их строения. Вями, ты сможешь потанчить босса на второй фазе и поддержать еще одного моба на первой? Или мне заходить на ДК? Хорошо. Милики, не стойте под лицом у трэша, отливает и умираете. РДД справа, будем бить трэш милики слева, если что, помогаем друг другу. Паладин, ретрия, ты знаешь, что здесь надо каплю сливать с пула на леди? Объяснять почему? Между крылья тоже? Нет, глан жертвенности. Просто когда тебе босс кидает в контроль, ты, не знаю, заставит тебя изнуть глан жертвенности, ты умрешь. Поэтому с пула кидай ее на кого-нибудь и по КД обновляй. А сейчас в контроле фурики могут убирать пушки или менять на что-нибудь другое? Да не надо ничего менять там. Просто паладины капли даем и совы тоже с пула звездопад. Ты можешь попробовать, я пробовал, правда, давно не получалось. На первом волку не подкинул. Ни к чем, наверное. Да. Метки распределим по друидам. Вот эти квадрат, месяц, трусы. Да нет, сейчас ничего не будем распределять. Просто по приоритету контрольте сначала миликов, потом РДД, потом хилов. Пересты эфирим, совы, вихрь. Все друиды вихрь. Если что, там помогаете паладины станить магии, кидать овцу и так далее. Так, давайте первый на пол на гелда, это на первом, на второй фазе. Следующий на пол на Виаме. Виаме ты. Да вот рыба стоит. Давайте опять фул рыба по рейду. Кому не хватает бафа плюсик? Крест друидам. Ретрия, давай, кидай крест под друидом. Кулак друидам, пожалуйста. Кассир, кулак. Крест по шаманам. Кассир, бафни кулак по друидам и ретрия крест по шаманам. И все. Есть у них кресты?
не вижу. Ладно. Макрос на пол пошел. Хорош. После рейда задашь. Давайте, сыграли в трэш. Виами, тяни с лестницы моба в центре хваткой. Давайте, сейчас будет контроль. Плесты, совы, готовимся контролить. Маги, локи, паладины, помогаем. Сливайте капли. Сейчас будет контроль. Расконтролили людей. Бейте пока леди. Диспельте и леди, и людей с дебафами. Листы, друиды. Так, вышел трэш. Давайте, сыграли опять в трэш. Прямо веди моба с центра. Моб в центре кастует. Давай, хватку смерти по нему. Звездочку уже поставил. Сыграйте быстрее в трэш. Сейчас будет контроль. Милики, бейте трэш слева. У него отражение. Добейте трэш, стопайте ауе по своим. Пижон, подымай сюрпризку. Да, забыл сказать. Графит, давай СС на мунбимку. Прокляну на пижона. Да, стопайте по леди. Давайте баф по рогге. Кулак, каску. Сыграйте в трэш. Все в трэш. Во время трэша будет контроль. На второй фазе сначала сливаем трэш. Контроль сейчас будет, смотрим. Контролим людей. Фернул. В череп сыграли, а потом в босса. В череп. Давайте, на пул, на гелда. Сначала сыграли в трэш. Справа трэш вышел. Следим за духами внимательно. И за лужей. Отбегаем от духа. Духи вышли. Веди босса. Отошли все от духов. Вышли с лужи. Сейчас будет контроль, готовимся. Стопаем ауе. Давайте, квадрат в контроль. Пижон, вихрь. На квадрат и отбежали от духов. Двигайтесь. Уходят духи, постоянно двигаемся. Сейчас выйдет трэш, будем не выиграть. Виами, набивай по леди агро. Давайте, хант, рога на полной Виами. Давай, ЛП кидай, Виами. Сыграли в трэш, отбежали от духов. Сейчас будет контроль, внимательно. Добивайте трэш и контролим людей. Да, духи. Виами, набивай агро. 5 стаков на гелде, на полной Виами, отбежали от духов. От духов отбегаем, сейчас будет контроль. Давайте, контролим людей. Трусы контролим. Отлично. Выводи служи. Сейчас выйдет новый трэш, будем играть в него. Войд, подымай верзилу. 10 секунд, когда... Ладно, давайте, сыграли в трэш, 4 моба. Духи вышли, а духов отбежали. О, Виами набрал голову, молодец. Сыграйте в трэш, потом бейте босса. Че, поднимать везде? Виами, веди босса, духи вышли. Ну ладно, уже не надо. Веди босса к центру. Расконтролили людей. Давайте в луну в контроль. За контроль Фурика, он врезает всех. Опять вышли духи, веди Виами босса. Когда тогда появляются духи, ты постоянно ведешь босса. Все, добивайте босса, трэш не бить. Веди босса, там духи в рейде. Уводи босса. Ты видишь, надо активнее вести босса, чтобы не взрывали духов. Поддымите павших. На холле пала бисовые перчатки, кому-то надо?
А мне, если никому, 3-3. Ну, на ув, держи перчатки. Спасибо. Колено Мелика. На мейн. Ну, на кого не бесит. Ну, может, кому-то надо. Все, идем дальше. Кто-то падает, не забывайте его опять бафать. Паладины бафайте, и рейд, пол рейда упало. Это есть паска на эскаладу? Есть. Ну, пожалуйста. Давай трейд. Не могу дать трейд. У меня нету 4-5-6. Я без мышки. Мне дает, ну, ты понял, да? Я подбегу просто. Не знаю, как они там играют, я сейчас не могу дать трейд. Я подбегу, вот это мне. Что они послали нам вас? У меня без мышки и без клавиш этих, типа, где нам лок. Включу мышку, потому что снова так. Берем все ранцы. Кто лучше всего шарит, как в пушках бить, садитесь сразу. Кассир тут. Время, деньги, трог. Ты если отходишь АФКшить, ты пиши об этом в чате или предупреждай ВРК, чтобы я не минусовал тебе ЕП. Давайте побили трэш на нашем корабле, появится мод, перелетим. Чем, а тебе надо плащ силовой, сгнила морда? Оружейники, огонь! Кто-то, сержанты, бой! Ни к чем ты тут? Ты смеешь вступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Тебе надо плащ? Плащ сгнила морда. Корабль под обстрелом! Заклинатели!
заклинателя сюда! Оружейники! Огонь! Буду разруливать вещи, сразу запускайте с рука. Олег, а эти счеты на хп приста нормальные или нет? Да, весовые не хп приста. Все не упали, конечно. Дитяра надо? Вернись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот... Сейчас все будет. Сейчас все сдадим. Так, РДД к кольцу. Мой меч погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. У тебя нет шансов! Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить! Мы же 25 серебро спулили, да? Мы назвали его Дранош. На орочем это значит... Какая разница мне? Не позволил чернокнижникам забрать... Так, просто баф... Есть... Чё там не хватает? Дайте ну, залечь. Лети быстрее, 38 секунд. Пройду через тёмный портал один. Неважно, умер. Давайте шкаф поставим, графит ставь, шкаф с уманем его. Ебучий альянс, блять. Дрессайся быстрее, 25 секунд. Да не успею. Резайся, резайся, у тебя 20 секунд. Есть не смогу. Скажите, пожалуйста, когда будет 5 секунд до пула, а то у меня забагался этот отчет. Чё, у меня до целого капал локации летит. Ну ладно. Это демон? Скажи мне. Это демон? Это демон был или нет? Да. Ну ладно. Геро? Нет, когда еще? Тринадцать секунд еще. Может не будет? Ну вы что, не слышите меня или что? КД на Геру еще. Сейчас трэш, играйте в трэш, после трэша рост. Саб, заберись случайно. Все, давай рост. Пижон, поднимай графита. Графит, почему ты там так рядом стоишь с боссом? Отойди на реймзон. Давайте бафаем красочку на графита, лапу, интеллект. Трэш сейчас будет. Звезду. Играем в звезду. Луна еще не добитая. Шамана захиливаем. Юрий, тебе надо манат? Нет.
Хильда до метки. Давайте в трэш сыграли. Давай. Блин, ну классно, ты хилишь. Ну давайте сейчас будем играть в трэш. У кого будет 0 урона в трэш, получит ГП, если мы, конечно, упадем. Ну на Кирель, давай Сакру. Сыграли в трэш. Пою гимн на отхил. Кошуга, тебе надо лут? Ну, собственно. Нифига себе, тут вары, походу, посильнее, чем на Альянсе всекают. Там всегда обычно маги. Причем здесь нормально хилишь, ненормально. Во-первых, перс не мой, во-вторых, меток. Ты видел сколько? 3 метки было. Ну, я тебя немножко огорчу, было не 3 метки, далеко не 3. Надо кому-то плащ. Повороте тебе надо плащ? Ну, у меня уже есть такой, простый. Не надо токены простые. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Так, токен. Рога, ДК, маг, друид. Я не спек, не с танка, пожалуйста, будешь помогать трэш танчить. Простые печеньки ролики. Идем на чумку. А чё, Олег, для ППГ что лучше брать? Это ТЦ приз или это приз свет? Да, ППГере? Какая разница? Ну, типа, ну да, учиться. Учиться. Вообще без разницы, честно. Давайте играем в точечную вальку. Не сагрите вальку вторую, пожалуйста. Сагрил кто-то вальку. Добейте быстрее первую, подиспельте вальку. Повезло, что забагалось. Давайте, кольцо льда, магии по трэшу и оббегайте. Идемте на чуму, на Юриде валька висит. Юрид, иди к звезде. Надо идти на мост, а не туда, куда ты идешь. Ну не знаю, я уже не могу бить. Точечно играйте. Да хранят тебя. На мейн кто-то плащ ролит? Плащ с Днила Мортов, силовой. Чтоб да? Я... Ты ролишь, да? Хорошо. А можно Гвейс Када, урон чисто по трэшу? Первый вар по трэшу. Куварзин какой-то хороший вар. А я вчера вступил в гильду к вам. Да ты прям топ.
Ну ладно, засмущали меня. Ну я, если что, лучший в мире воин. А, ну ладно. Ну ладно, ты на втором месте, ладно? Помогайте поднимать людей. Ну, кстати, я вот за Альянс в основном играю. И там ДПС как бы 320 на трэше общий, это нормально. Вот мы вот гильдой 345, вот было у нас последний раз. Ну вот это прям очень хорошее такое, что лич прям ложится. И тут я вспомнил, что-то реально на Альянсе больше ДПСа или это байки все? Нет, ну бывает у нас и по 200, и по 200, о, по 280 имею в виду там ДПС сразу. Просто мне интересно, как тут. Блин, я не знаю, я на самом деле не все равно, я никогда об этом не думал. Давайте фулбал, хотя рейд, пол рейда падало, пока вы разговаривали тут. 410 ДПС бывало у нас, 420. Ну это прям бисвы походу все были. Да, два хила, если че. Да, мунбинка отошла, пока там осторожнее. Кто может хила спекнуться на этих, на собак? Там их хила фукашит. Давайте вонючку сагрим, только подальше отойдите. Куварзин, отойди. Нажмите что-то, у нас два хила. Хорош. Кстати, а у вас вары раскол не стакают здесь? Ну, должны стакать. Давайте, паладины, гнев небес по трэшу, кольцо льда, магии. Опять ленточка, охереть. Поднимайте, Мараксус. Нету ленточки, пошли дальше. Маракс, давай. Заклинание еще
А. Я думал, это прикол, да, есть ленточка, рольте. А я думал, просто заначить хотел. Ну, мне не надо ленточка. Бимка, подходи. Так, давайте скажу, кто на рейндж. Все присты, 4 шп. Потон, Эмбрэнс, Менелтер. Два лока, 6. Шанан, 7. Пижон, 8. Плюс протопал. Хант, нет. Забыл про Ханта. Да, есть, сейчас поставлю. Шанан тогда в РДД, в мини-зоне. Хант на рейндже. Кушайте рыбу. Был фулл баф по рейду. Что-то зависать стало. Чек на пул. Пропену. Что такое? Сейчас рыбу поем. Приятного аппетита. Спасибо, но не ем. Знаешь, послышать. Все, поел рыбу, макрос на пол. И хилайнер. То на дистанции постоянно соблюдаем рейндж. Эрдру. Мунбимка, давай под босса иди. Будет легче хилиться. Эмбранс, только не юзай уход в тени. Будет вверх. Да, давайте рост. Забыл. Бьется лужи, внимательно смотрим. Кильте вями. Ты можешь ждать рост или нет? Да есть уже рост. Лужа разливается по новой. Прист лужи бьет, тучку прожми. Шанан, выходи на рейндж. Мараксус, выходи на рейндж. Пижон, поднимай дитяру, Войт, Эмбрэнса. Дистанции набирайте, опять лужа появляется. Вам что, сложно отбежать от лужи? Вставайте все, Эмбрэнс, дитяра на рейндж. Шанан обратно под босса. Опять лужи, смотрим под ноги. Лужи, опять новые лужи. Дистанцию набираем. Сова, давай быстро в кота и выходи с лужи. Ну, быстрее в кота. Дитяра опять умер. Прожимай. Так, сейчас будет взрыв. Отбежали к стене. Только не к луже. К стене отбежали. Пою гимн от хила. Соблюдаем дистанцию сейчас. Футон, прожми лужу. О, блин, лужа. Я прожал по луже. Пижон, отойди от меня. Серый бабл. Опять лужа. Смотрим. Дистанции набираем.
починил трубы для прекрасной новости. Захильте! Ниламорт сдох. Но есть и вход в тень прожми. Он оставил море слизи. Вход тень снимает статьи. Я бы наберу. Не убегайте. Перчатки. Объект. Ну не рольте, я вас прошу. Тало, говорит, сиди на жопе и бодки швей. Так, начнем, говорит, с простого. Сука. Куква? Бля. Это же лучше, чем власть мертвых, правда? Конечно. Можно фулбаф поваром? Не надо, подожди, еще не все пришли. Так, у кого-то и будет четвертый хил на профи похилить на личи, на синдре. Есть у кого-то вроде хил? Не, вот торгует его. Нет. Все, давайте фулл баф. Все, давайте дистанцию набираете. Рифбаф, спасибо. Как тебе дали баф? Все, пошел макрос на пол. Интеллект бафните. Че вы пуляете без команды? Мне нравится фурики камикадзе. С пули он не танк, а фурики уже летят от него. А Зап, это ты? Да. Что-то у тебя с микрофон. Бегайтесь спорами к шаману. Плохо слышно или что? Да нормально тесно. Вы же на профи Геру на третьей фазе даете? Да. Можно тогда сейчас Геру для тех, кто падал? Все равно откатится. Можно. Ну, дайте ростом. Квой мне только, да? Шаман. Юрий, то ты где? Словил споры? Что-то не видно. Блять, споры в мелизоне нет. Одна спора в мелизоне. Ну, накерри, прижимай тогда сакру. Со мной споры выжили. Думаю,
капли. Нихуя себе. Ухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, оставил столько газа. Я его даже чувствую. Так, это штаны на кого-то, на ШП, на Лука. Чё себе там кусает? Нифига себе. Васап, ты тут? Да. На тебе, Ирелла, зайду сейчас на шамана. Перекинь, перестав в шестую пати. Кассир, ты тут? Мараксус. Покикай еще кассира и Мараксуса. Кассира тоже кикай. Он у нас стоит афкашит. Четвертая пати. То именно так не запустится. Слава, как ты думаешь, чрезмерное употребление пива излечит печень от цирроза? Нет. Вот и я так думаю. Давай мне Релла. Цирроз может быть вирусом, подожди. Гепатит, пример. Инфо. Химического. Обязательно бить. Значит так. Все милики будут звезде стоять, когда будут бить зеленого слизня на первой фазе. И на второй тоже. Повесил звездочку на кота. РДД зона будет стоять в квадрате. Сейчас будем на первой фазе стопать, ждать зеленого слизня. Так. Сейчас не пуляем босса, на Кирилл выпьет Толик, поход М-куклу, наберет энергию, тогда с пулем. Так, давайте бафаться. Можно не купить. А что такое? Ну не вкачиваем на брейд, в смысле. Андреда не вкачана эта штука. Был же ДЦ. Да, я вижу. Ободрение. Придется босса стопать, да? Ну да, будем стопать. Мараксус пижон тут. Шадоу Морн. Все готовы. Без макроса на полный. Накрыли Дипи и куклу. Пуляйте босса. Так. Мырки-фырки, кидай щит на Анакриэль. Ну давай, я говорю, дай ход. Не будет ход никаких. Пей лужу. Ход не будет. Стопайте по профу. Стоп по профу, ждем зеленого слизня. РДД стоим в квадрате, милики в одну точку звезду встали. Когда вас откинет, не бежать к зеленому слизню, оставаться в РДД зоне. Встали в квадрат. Не бежим к зеленому, добивайте просто, не бежать не надо. Все, накрыли. Допивай первую лужу, вторую, переводите босса.
следим за своим дебафом. Так, на ком красный дебаф, начинаем уже бить красного слизня. На ком зеленый дебаф, сразу к подбоссу, к столу. Кто у него за стола, получает ГП. Все, бьем по целям дебафа. РДД, уже становимся в череп. Отбежали от зеленого слизня, на ком дебаф. Забежали в в череп. Смена цели красного, бежали. Вот без беги. Так, все хреново. Он бимка, поднимай ретрию. Пижон шедоуморно, вот без ничома. Локи выкидали проклятие на зеленого слизня? Нет. Кидай в следующий раз. Каз замедляется. О, поднимай, вставай быстрее, РДД красного играем. Фулл баф давайте по рейду. Эмбрен, спой гимн на ману. Ставлю ТТМ. Кассир, беги под босса. Бейте красного слизня. Так, пельмени, внимательно, колбы смотрим. Сейчас будет зеленый слизень. Отошли от колб, отошли от колб. Лужи допей. Так, РДД зона, встаем в квадрат, если будут пельмени, отбегаем. Милики в зеленого слизни играем, отбежали, пельмени в квадрат. Замедляй зеленого. Милики, не бежать к зеленому, отбежали от зеленого. Сюрпризка, передай чему. Допивай быстрее лужи. Опять пельмени. Смотрим. Пельмени. Друиды заливали инеры? Да, залил. Стопаните попроф. Стопайте попроф и играйте в красного. Все 3% до переходки. В красного сыграли. Давайте, все присты гимн на ману. Юрит, ставь тотем прилива, если не ставим. Переводите профа. Пельмени отбежали. Все, на ком красный дебаф, бейте уже красного, на ком зеленый, к столу. Все к столу быстро. Сейчас будет рост. Все. Разобрались из ней. К зеленому не бежим, сбегаемся к черепу только. Смена цели красного, внимательно. Он уже красный умер. Так, пельмени в центр. Колбы, милики, смотрим. Уже появляются, отбежали. Анакель, забирай босса. Пельмени в луже. Отбежали. Колбы, милики отбежали. Пельмени за ними же идут. Отойдите с чумой от меня. Там хан, включай скорость, пошли на совет. В яме спекайся в танка, поможешь потанчить кэш. Так, пояс на рогу, кота, вара, ретрика.
А что ты забирал уже, Вейтблист? Печеньку? Да, печеньку. Что-то провтыкал, а пояс падал с этим на карту? Нет. Печенька на рога маг-друид ДК. Носит этот пояс, зачем ты его ролишь? Чё говоришь? Ты не носит этот пояс. А ты? Да. Какой он не носит? Носит. Блин, вот на хосту. Нет, сейчас уже нет. Так, ну думаю, в 3 хела вы справитесь, 2 квартала. ДЦ-то есть, держи Релла, зайду на шамана. Не пуляйте только без шамана, там большие паки.